Итак, как вы думаете, как заканчивается наш сегодняшний день в Старом Крыму? А вот так, мы решили разбить палатку, разжечь огонь и переночевать. Да-да-да, мы именно так и изначально планировали переспать с палаткой. Это прямо такое воспоминание из прошлого, когда мы ездили часто в лес и ночевали. Сейчас устанавливаем палатку, уже стемнело. Я подсвечиваю себя фонариком, чтобы хоть какой-то свет был. Вот, поставим фонарик. Ой, фонарик, говорю, поставим палатку. Возможно, да, разожжем костер, покушаем, поужинаем и баю-бай. Так, все. Человек переоделся и идет к костру. И берет вас с собой. Ого! Офигеть! Вот это костер у нас. Крутяк. Блин, у меня тебе телефон тоже ведь есть, тоже можно будет. Огонь все ярче, страницы жизни в нем горят. Что будет дальше? Об этом знаю только я. Ночи темные, небо звездное. Всем доброе утро. А вы не спали, собственно, да. Все, я встала. Фух. Ладно, я уже умылась, почистила зубы. Да, теперь я могу вам полноценно показать местечко, в котором мы остановились. Вот наша палатка, собственно. Огромное необъятное дерево. Кострище и речушка. Ну, красота, красота. Сегодня нас ждет еще одна поездка дальше вглубь в Крым, но пока мы должны приготовить покушать, позавтракаем, соберемся потихонечку и двинемся в путь. Маленько разогрелась, чтобы вывалить. Мне кажется, одной банки мало будет. Плохо, что мы не взяли это. Дерин? Две банки взяли, не это. Ну, ты знаешь, было... Походный завтрак готовим. Ам-ням-ням. Кушать-то как хочется мне. Сколько-то осталось. Мы вчера прямо наш кружками, такими вот прям кружками. Сережа, держи. Давай. Ага. Ну и что, там еще много осталось? Да. Я, кстати, посмотрела карты, и сегодня мы ночевали у Монастырской реки. А вот здесь, смотрите, очень даже глубоко.
Ого, вот это да! Вот это здесь глубина! Ну какая красота! Итак, все убрали за собой, все собрали и едем дальше. Сейчас попробуем подняться на гору Агармыш, с которой откроется вид на сам город. Вот он какой, Крым, такой разный. Такие хвойные, да, деревья? Такая большая это, да? Да. О, две развилки. А вот та туда идет. Может, туда поедем? Давайте, или куда? Да. Или по этой, по которой... Я не знаю даже. Давай вот по этой прямо так мы едем. Туда? Да, давайте. Дорога промытая. Возвращаемся назад к развилке. Родители решили проехаться, я пройдусь пешочком, посмотрю вообще, что и как там. Вид уже, конечно, класс. Дорожка. Изначально мы были вот там, где здание недостроенное. Фух, это-то гора повыше. Ну что, родители уехали, а Ксюша, иди пешком. Ладно, я поднимусь. А мне ничего не остается. Вот она вершина.